Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 29 августа 2018 года. Итак, первая партия, вернее, на первой полке. Вот такие хорошие, уже, можно сказать, готовы, высушены. А были вот такими сутки назад. Вот немножко яблочек пособирал. Ну, а груш у нас здесь, как говорится, видимо, невидимо, причем столько, что даже вот такие вот ветки толщиной вот с мой кулак, как видим, ломаются, несмотря на то, что груши вот лежат таким образом, можно сказать, на земле, часть уже, вот такие вот рожки, я их собираю не только на сушку, но и на еду. И как видим, их у нас очень много. Вот там вовсю коптит наша печка, высушивая груши. Ну а их у нас вот такое огромное количество. Это нужно сушить непрерывно неделю, а то и полторы, чтобы все это дело привести и сохранить урожай, привести в должный порядок. Вот такие вот у нас рожки. И поделать с этим ничего нельзя, кроме как сушить их. Вот такой урожай будет у нас, вернее, есть. Вам таких же успехов, здоровья и благополучия.